Друзья, я нашел сопли трансформеры. Тебе 20? Нет, мне 21. 2021! С Новым годом! Всем привет, друзья! С вами Закупыч, и это второе видео про трансформеры Сие Чварь Гипертрон. Это маленькие трансформеры, которые превращаются в пушечек. А вот этот трансформер, он вроде как не превращается в пушечку. В кого он превращается? Он превращается в какие-то чемоданы. Ничего себе. Да, это чемодан, наверное, из фильма, да? Похоже очень. Итак, давайте этого мы распакуем в конце. Начнем с маленьких. Начнем с вот этого бычка. Я его уже распаковывал в прошлом видео, только он был другой чуть-чуть. Или такой же. Не, по-моему, он был чуть-чуть другой. Мне кажется, он отличался. Но трансформация по-любому будет точно такая же. О, а, кстати, там он был пришит. То есть в прошлой распаковке он был в коробку прям внедрен. То есть его надо было вырезать ножницами оттуда. Здесь же ничего делать не надо. И он превращается в молоточек. Вот такой молоток. Да он точно такой же. Что получается? Я купил два одинаковых трансформера, просто на них были разные надписи. О, вот такой бык. Бык тупогуб, тупогубенький бычок. У быка белая губа была тупа. Для того, чтобы его трансформировать, для начала нужно вставить ему хвостик. Хвостик вставляется тут по-хитрому. Его как бы вот так вводишь туда плотненько, смотрите. Вот так вводишь. И потом застегиваешь. Эх, вот не получилось. О, вот так. Видите, сразу под лугом и на место в паз, чтобы он вставал. Все, хвостик у нас на месте. Теперь мы разворачиваем голову. Вот эту штуку вот так делаем по бокам. Все, вот это наша основа. Вот эти штуки тоже делаем по бокам и соединяем их между собой. Вот так, тынь, чик, раз. Ой, мне кажется, это какой-то пластик получше здесь, чем в прошлом видео я показывал. И вот у меня теперь есть молоток. Вот новый молоток. Давайте я вам покажу прошлый, он у меня рядышком лежит. О, ну они абсолютно разные, одинаковые, то есть только оттенки у них. Вот этот какой-то слева более красный, а справа он более какой-то прозрачный. А так они... Вот зато у меня теперь будет трансформер с двумя молотками ходить. Вот так будет делать. Классно. То есть, как оружка, эта штука достаточно полезная будет вам. Так, инструкцию даже показывать не буду. Давайте следующего. Следующий у нас будет вот этот красавчик. Это будет пушка. Да, это пушка. Зовут его... Как тебя зовут? Калибурст. 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 Кал и бурст. Получается калибурст. Открываем. Так, это все вынимается. Слушай, хорошо запаковано, то есть не надо было ничего резать в этот раз. Обычно там надо ножницами подрезать эти резинки, которые держат трансформеры. Что-то я все выкинул. Калибурст. Надо или не надо изучать инструкцию, чтобы его трансформировать? Он превращается в вот такую пушку, которая еще стреляет. А что, он будет стрелять прямо? А, нет, это просто так выглядит. Надо сейчас будет потренироваться в его трансформировании. А, ну нет, он трансформируется так же, как и прошлый. Из прошлого видео. То есть мы пушку ему вешаем, да? А что она цеплена была? Странно. То есть она, наверное, цепляется куда-то вот сюда. Да, вот так. Вот так она вставляется в пазы. Вот. А что, он такой, что ли? Я неправильно пушку повесил. Да, я неправильно пушку повесил, извиняюсь. То есть она вешается вот так. Вот, то есть вот так она висит у него на спине. Потом мы пушку... Для начала мы соединяем ему ножки. Вот тут, видите, здесь такие пазы для ножек. Чик, все, соединил. Потом мы пушку поднимаем наверх. Далее, что нужно сделать? Нужно ножки ему, да, вот так вперед. А, назад. Назад ножки делаем вот так, чик. И вставляем тут тоже в пазы. Где пазы? Вот они. Чик. Все, зафиксировали ножки. И ручки назад отводим и тоже фиксируем. Вот здесь есть, видите, куда? Чик. Все, у нас по сути получилась пушка. Остается вставить вот эту... А, она вот сюда вставляется. Слушай, она такая резиновая, такая мягенькая. Что-то она мне напоминает. Смотрите, какая штука прикольная. И получается у нас вот такая пушка. Держится плоховато. О! Это оружие для трансформеров. В прошлом видео я показывал вот такого белого. О, белое было оружие. Но они прям абсолютно одинаковые, видите, идентичные. Только немножечко другой тип у них. Именно выстрелы. Здесь какой-то лазером стреляет, а здесь стреляет ракетами. Да, неплохо смотрится. Потом мы его отсоединяем. Ручки убираем. Потом ножки назад возвращаем. О, тут они очень плотно соединяются, кстати, ножки.
Разъединяем ножки, возвращаем назад. Все, остается нам только придумать, где хранить эту соплю, чтобы ее не потерять. Где ее можно хранить? Можно вот тут сзади хранить? Да, смотрите, у нас получается такой трансформер-человек-паук, у которого из спины вылетает паутина. Вообще это больше похоже на медузу. Да, это самый необычный выстрел, который я только видел в истории. И остается нам посмотреть на самого крутого трансформера по распродаже. Он и стоил дороже. Это два трансформера, да? Rumble и Radbat Direction. Открываем. А здесь они уже зафиксированы. Вот это я не люблю. Сейчас придется ножницами резать. Инструкцию оставляем. Вот видите, тут нужно их подрезать. Вот о чем я говорю. То есть вроде такой маленький трансформер, неужели он не будет держаться в коробке? Ему каждую ножку запаковали, каждую ручку. В наборе мы получаем, я думал, это была птица фиолетовая, это летучая мышь. Это летучая мышь, да, смотрите какая. Она умеет делать вот так кар-кар. У нее крылышки крутятся, голова крутится. А, ну голова наклоняется. Ну и так крылья ходят. Ну такая, знаете, мне кажется, я ее прямо сейчас трансформирую. У нее даже есть маленькие лапки, которые двигаются, смотрите, шевелятся маленькие лапки. И второй трансформер, вот такой красный маленький чувачок. Он прям очень компактный, квадратненький. Вот мне нравятся такие квадратные формы. Прикольный. И инструкция. В инструкции здесь указано, что это же просто коробки или что это? Они соединяются между собой или для... Это броня, это наплечники для больших трансформеров. Видите, это бронированные наплечники в итоге получатся. То есть это не оружие, ничего не такого, это просто пластины, которые оденутся как наплечники. Интересно. Изучил инструкцию, и слушайте, это, наверное, будет мой самый любимый набор, хоть он не функциональный абсолютно, то есть это не машинка, как в прошлом видео. В прошлом видео из двух трансформеров собирались две машинки, потом эти две машинки объединились в одну, это было круто. А здесь все по-другому. Смотрите, мы собираем летучие мыши лапки наверх, вот подняли лапки, потом мы ей задвигаем крылья, вот так, видите, задвинули, голову наверх, вот так сделали, полностью наверх. И задвигаем крылья до упора. Они тут должны встать в пазы. Все, первый наплечник у нас готов. Чтобы наплечник можно было вставить в трансформера большого, мы вот отсюда отодвигаем вот такую пипку. Вот все. Вот эту пипку мы вставляем в плечо трансформера. Следующий трансформер. Вот здесь уже посложнее все делать. Мы должны вот так ему поднять руки наверх. Видите, плечи к голове. Плечи к голове. Потом вот эту штуку вот так под углом 45 градусов сделать. Оп. Оп. Оп, под 45 градусов сделали. Красиво смотрится. Потом ноги развернули. Чик. Вот так. Типа, как будто он танцует «Лебединое озеро». Та-та-та-та-та-та-та. И теперь мы это ноги должны закинуть... А, мы в другую сторону. Я их в ту развернул-то? Вот так, по-моему, их надо завернуть, да. Вот, и теперь мы застегиваем их сюда. Да, неправильно я развернул. Вот так. И застегиваем к рукам. Это не с первого раза получается. Не, ну получается, видите, достаточно быстро. И получается, у нас опять трансформер спрятался в квадратик. Притворил с асфальтом, чтобы его никто не нашел. Переворачиваем. И отсюда достаем пипочку. Опа, все. И у нас очередной наплечник готов. Остается их только примерить. А у меня уже полным ходом идет примерка оружия. Распаковка всех этих трансформеров можно посмотреть на канале Закупыч. Вводите Закупыч, трансформеры и найдете. Итак, единственное, что мне некуда повесить вот эти чемоданы. Я так и не нашел трансформера такого. У меня была где-то девочка-самолет вот этой линейки, куда можно было вставить это наплечники. Но я ее не нашел. Куда-то она у меня потерялась. Вот. И давайте посмотрим. Вот так у нас выглядит молоточек. Шикарно смотрится. С главарем трансформеров. Главарь банды. Смотрите, как он выглядит. Не, неплохо, неплохо смотрится. И пушечка. Вот так выглядит пушка. Что-то у нее ракета, правда, слетает вниз. Ракета стремится к земле. Обратите внимание. Что-то как-то кривовато. Ну, они к трансформерам подходят идеально. То есть, держать они их могут. Ну и вот такая у нас сегодня была распаковка. Пишите в комментариях, какой трансформер вам понравился больше всего. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Закупыч. Всем пока-пока.